Приветствую вас, друзья, мы продолжаем играть в игру под названием YouTubers Live. И я понял, почему мы не можем подключиться к партнерской программе. Это все из-за того, что нам нужно переехать в другую квартиру. Вот как раз нам напоминает, какое совпадение, что пора бы уже переезжать в третью квартиру. И когда мы уже переедем в новую квартиру, мы сможем подключаться к партнерским программам. Так, почему-то с новым видосом народ стал отписываться. Блин, опять лысый пришел. Так, ну похоже, игра больше либо не популярная, либо не знаю, что произошло, потому что у нас люди отписываются из-за этой спортивной игры, спортивного симулятора. Уже шестая серия прохождения. Так, ну, сейчас лысый уйдет, посмотрим, что там сейчас в топе. Давайте прямо сейчас это и сделаем, потом нужно поспать, и не знаю, возможно, переедем, возможно, сразу же переедем. Просто довольно много нужно будет платить потом за квартиру, а я все-таки хотел сначала все девайсы обновить и компьютер и так далее. Да, похоже, игра больше не популярна, на третьем месте. А хотя нет, смотрите, на первом. Просто, видимо, спад популярности небольшой. Так, Call of Duty 2, кстати, вышел. А мы помните, когда-то давно в первую часть играли. Ладно, давайте тогда пока поснимаем Call of Duty, пока она на пике популярности. А потом будем, возможно, продолжать снимать этот спортивный симулятор, если он вообще не упадет в продажах и в популярности. Ну и давайте посмотрим, сколько там новая квартира стоит. Так, твой дом. $320 это стоимость переезда. Плюс интернет 8 мегабит в секунду. Два рабочих места, кстати. Блин, ну $320 в месяц. Это довольно дороговато на самом деле. Ладно, давайте сначала снимем видос. Заодно я немножко подумаю. Так, поехали. Новое видео по Call of Duty. И давайте геймплей первый взгляд пилить, как всегда, не будем, потому что у меня что-то первый взгляд все время не заходит. Так, геймплей. Поехали. Посмотрим, сколько Call of Duty наберет просмотров. Просмотры, смотрите, более-менее нормально набираются, конечно, но минус подписчики. Это совсем плохо. Так, приветствую с улыбки. Комп, кстати, опять сломался, нужно будет его починить. Хорошо, что мы теперь чинить можем. Хотя, на самом деле, $20 теперь за починку для нас не очень большие деньги. Если мы, конечно, продолжать будем зарабатывать столько же. Так, давайте скажем сарказм. Тогда будет все нормально. Да и за квартиру, наверное, будет хватать. Так, здесь мы ничего не сможем выбрать. Ну ладно, давайте скажем сарказм. Поинт пока что есть. Блин, опять три одинаковых карточки. Ладно, скажем еще что-нибудь не в тему. Так, теперь наконец-то карточки стали совпадать. Так, ну 75 тысяч просмотров набрал тот видос со спортивным этим симулятором. Ну, не очень много, конечно, но и не очень мало. Так, ну этот видос, конечно, дерьмовый довольно получился, но ладно. Попробуем попытать счастье. Давайте поставим в обработку и посмотрим, сколько Call of Duty наберет просмотров. Первая часть геймплея. Так, ну и давайте сразу же чинить компьютер. Ну и, наверное, пора действительно переезжать, потому что лысый этот достал. Я так хочу от него избавиться. Но давайте только сначала поедим. Ну и будем надеяться, что мы не обанкротимся как-нибудь совсем. Так, все, я починил наш комп. Сэндвичи уже 8 осталось, уже 7. Если сейчас один съем. Ну и да, давайте переезжать, все. Хватит здесь с лысым тусоваться. Наконец-то избавимся от него. Поехали. Вы не поверите, как только я решил переехать, нажал на кнопку, тут же прибежал этот лысый ублюдок и говорит, что, типа, я слышал, ты переезжаешь в новую большую квартиру и, типа, не хочешь ли ты взять меня с собой? Этот лысый-то, оказывается, еще и гомик какой-то. Все, пошел ты в задницу. Надеюсь, я больше никогда этого говноеда не увижу. Просто иди в задницу, ублюдок. Кстати, геймплей довольно много просмотров набрал, так что все нормально у нас, наверное, будет с деньгами. Итак, наша новая квартира. Только посмотрите на эту, какая она шикарная. Давайте здесь осмотримся. Итак, что у нас тут есть? Полочка с играми. Теперь вот такая вот тут же телевизор, какой-то непонятный коврик, лампы, книжная полочка. Да, тут мы можем продолжать наш курс. Так, одно рабочее место, а второе я не знаю, где рабочее место. Наверное, нужно как-то, да, можно подняться. Ну, давайте поднимемся. Посмотрим, что на втором этаже. Тут, кстати, кровать. Ну-ка. На втором этаже вот второе рабочее место. Здесь мы можем разместить второй, наверное, компьютер и снимать с кем-то и так далее. Так, ладно, давайте тогда займемся записью ролика по, опять же, Call of Duty. Поехали. А потом можно пригласить Дикси похвастаться нашей супер-огромной
квартиры. Так, я нажал прохождение. Нет, отмена. Я должен снять еще пару геймплейчиков, прежде чем прохождение пилить. Так, геймплей. Поинтов, правда, будет маловато из-за того, что я не выспавшись. Кто там стонет, блин? Кто уже стонет? Это, надеюсь, не мой персонаж. Че ты стонешь-то? Смотри, какая шикарная квартира. Даже вид из окна на шоссе. Так. Ну, опять две карточки с авторским правом, к сожалению. Ну, тут можно сразу сказать, что не очень у нас получится видос. Ладно, сейчас мы, значит, запишем этот видос. Потом подключимся, наверное, наконец-то к партнерской программе. Кстати, Call of Fury так же, как спортивный симулятор. В свои хорошие дни набирает просмотры. Возможно, даже лучше. Хотя рекорд у спортивного симулятора был, по-моему, 270 тысяч просмотров. Так, мы еще теряем подписчиков. Кстати, уже скоро 200 тысяч. Давайте тогда наберем 200 тысяч подписчиков и подключимся сразу ко второй партнерской программе. Так, нужно еще похавать и поспать. Блин, сколько дел. Так, опубликовать, давайте быстро спать. Так, а где, кстати, еда? Где холодильник? У меня вот такой вот вопрос. Это у нас шкаф для одежды. Мы можем теперь менять одежду. Так, подождите, а где же холодильник? Неужели на втором этаже? Это будет не очень удобно. Так, ну вот это вот что-то похоже на кухню. А, вот, все, нашел холодильник. Давайте поедим. Так, ну, второй геймплейчик вроде нормально получился. Захаваем сэндвич. Так, ну и придется сразу же новое видео делать. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, до сих пор ли популярна Call of Fury. Если да, будем ее продолжать снимать. А потом, возможно, продолжим этот спортивный симулятор. Если он еще будет на первом месте. Просто дождемся, пока спад популярности пройдет. Да, Call of Fury на втором месте, так что можно продолжать снимать. Давайте, значит, последний геймплейчик. Так, быстрее. И потом пойдут уже прохождения. Кстати, я заработал уже $1000. Мне нужно уже куда-то все эти деньги тратить. Но я, честно говоря, даже не знаю куда. Покупать новое оборудование. Нужен тогда и новый ПК. Кстати, нужно зайти в магазин посмотреть, появились ли в продаже новые компьютеры. Так как я все-таки переехал, возможно, там появилось что-то новенькое. Так, блин, карточки нету подходящей, к сожалению. Так, поинтов у нас маловато почему-то. Игра зависла. Ну ладно, давайте потратим 12 поинтов. Останется у нас только 3 поинта. Еще как минимум 2 кадра. Ну, так себе видос, конечно, получился коротенький довольно. Но зато, смотрите, с монтажем все отлично. Так, цвет, мягкий фокус и заголовок можно сюда добавить. Давайте, наверное, либо пригласим Дикси, либо зайдем в магазин и посмотрим, что там нового из техники. Хотя мы сейчас в магазин вроде залезть не можем из-за того, что у нас рендер и заливка. Так что давайте тогда пригласим Дикси, похвастаемся своей новой квартирой. Кстати, ее можно нанять за 83 бакса в месяц, и она будет работать. Нет, меня так не устраивает. Только нажал, она сразу... сразу прибежала, будто здесь возле двери и стояла. Так, здорово, как дела? Куда ты пошла-то? Заценить мой комп? Да, он крутой, только не сломай, как лысый говноед. Так, давайте подарочек подарим. Потом поговорим. Потом, мы же обнимались с ней нормально, давайте обнимем. Подарили цветочки очередные. Жалко, тут других подарков нет, конечно. Так, чем там говорим, потом обнимаем, потом еще говорим, потом еще подарок. Так, объятия все нормально, проходят. Теперь поговорим. Ну, смотрите, шкала заполнилась. Может, мы наконец-то сможем с ней пофлиртовать? Или нет? Давай быстрее, блин, бла-бла-бла-бла, делай свое. Так, обнимашки. А подарок почему-то? Ну, давайте тогда еще обнимашки. Так, о, приглашение, видимо, на презентацию какую-то. Так, ну, опять, наверное, обыкновенная презентация. Так, а какого числа-то? Ну-ка, давайте глянем. 11 ноября, а сейчас 8. Так, давайте еще поговорим пока что, чтобы я сообразил, сколько осталось до презентации. Так, ну, скоро презентация. Мы успеем еще что-нибудь сделать. Так, давайте теперь попробуем все-таки пофлиртовать. Если прокатит, будем дальше с ней общаться. Если не прокатит, по-моему, нет. Смотрите, что-то она отворачивается, не хочет. Плюс еще шкала опять не заполнена. Так, ладно, давайте говорить. Последняя попытка. А то мы слишком много времени тратим. Отдать подарок, говорить. Еще подарок. Два раза обнять. И еще раз говорить.
Но если сейчас не зайдет, тогда я уже не знаю, что ей нужно. Да и мне уже пора видос снимать. Вот опять заполнилась шкала. Ну, что-то она не хочет, что-то сопротивляется. Тем временем у нас 200 тысяч подписчиков. Наконец-то мы можем подключить партнерскую программу. Давайте прямо сейчас это сделаем. Так, вот здесь вот. Нет? Неужели опять не можем? Похоже, нам нужна вообще какая-то крутая квартира. Да. Так что мы снова почему-то не можем подключиться к партнерской программе. Так, ну что, теперь-то флирт пройдет? Нет? Так, вроде получается. Ну-ка. Давайте опять поговорим. Потом попробуем еще раз пофлиртовать. По-моему, прокатывает. Блин, ну только нам нужно видосы снимать. Так, ну-ка, давайте попробуем назначить свидание. Нет, давайте отдадим подарок, а потом назначить свидание. Итак, цветочки и решающий момент. Похоже, она согласилась. Боже мой, смотрите, что происходит. Так, вот только я теряю подписчиков, так что давайте, наверное, попрощаемся. И начнем снимать видос. Поехали опять к Call of Fury. Сколько у меня там геймплеев, кстати, было? 3? Блин, придется все-таки вернуться назад. Сначала посмотреть, сколько у нас там геймплеев. Если 3... Да, 3 геймплея, значит, можно снимать уже прохождение. Давайте снимать прохождение. Так. Прохождение, первая часть. И сразу же после видоса мы отправимся на презентацию. Ну, с Dixie у нас вроде все получается. Скоро мы, возможно, будем снимать совместные видосы. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, она деньги тоже будет домой приносить. Хотя я на самом деле сомневаюсь. Может, хоть готовить жрачку будет. Посмотрим, есть ли тут возможность вообще съехаться или нету. Так, вот и поинты закончились. Точнее, не хватает. Всего лишь 8 осталось. Так, ну ладно, давайте как-нибудь смонтируем. Зато монтажик более-менее нормальный будет. Так, цвет, мягкий фокус и закадровую музыку. Так, и отправляемся, да, на презентацию. Кстати, интересно, мы с ней можем потом посещать презентацию? Вот смотрите, смайлик поменялся на какой-то вот такой вот оранжево-розовый. Там, кстати, в списке контактов, по-моему, нас вообще кто-то дико ненавидит. Нужно будет потом еще раз глянуть. Так, давайте нашу футболку обратно напялим, наверное. Какие-нибудь штаны вот такие вот черные. И все, наверное. Можно очки поменять, вот такие, например, хипстерские. Все, и отправляемся на презентацию. Посмотрим, что-нибудь изменилось или нет. Или это опять такая же презентация будет, просто с новой игрой. Да, похоже, это опять такая же презентация. Жалко, полазить в телефоне нельзя во время этой отстойной презентации. Так что придется все это выслушивать. Ну, добро пожаловать, бла-бла-бла. Сейчас она скажет опять, что представляет из себя игра. Кстати, у нас почти 1500 баксов. Нужно уже тратить. Давайте думать, как будем эти деньги тратить. Или можно сразу же в следующую квартиру переехать. Или закупить все-таки оборудование. Я забыл, кстати, так и не зашел в магазин. Возможно, там какие-то новые компьютеры появились. Нужно будет посмотреть. В общем, 13 ноября, 60 баксов. Отстойная какая-то игра. Опять казуальщина, которая нам нахрен не нужна. Ну, если она будет популярной, конечно, будем снимать. Все, давайте сфоткаемся, наверное, на прощание. И отправимся домой. Наконец-то зайдем в магазин. И что-то я еще хотел в телефоне посмотреть. А, да, там, по-моему, значок хейта вообще кто-то дико нас ненавидит. Хочу посмотреть, что это за чувак. Может, с ним лучше пообщаться. А то он нам, возможно, как-то будет портить репутацию или типа того. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас разберемся, я надеюсь. Так, все, мы прокачались, во-первых. Разблокировали кучу всего. Вот, смотрите, опять в магазине что-то новое появилось. Сейчас мы это и проверим. Тогда не будем записывать новый видос. А то он опять будет рендериться, заливаться. Все-таки зайдем в магазин и посмотрим, что же нового завезли. Ну-ка. Так, системный блок. Да, новый появился. 800 долларов стоит. Смотрите, очень классно выглядит. А, еще какой-то. Yellow Fighter. 1250 долларов. Но, судя по звездочкам этим, возможно, в будущем еще будет куча топовых компьютеров. Так, блин, ну не знаю, покупать ли сейчас или все-таки подождать. А сколько новая квартира стоит? Давайте посмотрим. Так, где тут дверь? Так, твой дом. 950 в месяц. Мы, наверное, все-таки не будем сейчас переезжать. Ну да, вот именно такая квартира и требуется, чтобы подключиться к партнерской сети. Так, ладно, давайте поспим, поедим. Надо было, конечно, заснять видос. Ну ладно уж. Все равно поинтов будет мало из-за того, что мы не выспавшись.
поедим. Вот, смотрите, Аддисон или Эдисон вообще люто, по-моему, ненавидит нас. Возможно, с ним стоит подружиться. Ладно, но это мы уже сделаем в следующий раз, а на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.